Мы в лагу находимся, лог не так глубокий. Вон, видишь, камыш растет, осок, скашивается. А туда идет на этот, на наш пруд. И вот здесь камни торчит. Это Игорь навозил сюда весной, чтобы проезжать-то. И вот острый такой, мы его пробуем, все разбиваем. Вот сейчас один камень тут нашли, теперь этим камнем пытаемся тот вывернуть. Ага, уже лопнуло тот. Я сейчас с той стороны попробую. Уже, похоже, расшатали его. Нет, не идет. С этой стороны. Тебе не кажется, что он шевелится? Кажется. Вокруг него уже щель появляется. Фух. Однако я упарился, брат. На, рукавички надевай. Надо убрать с дороги. Он острый, машине может прорезать камеру. Мы едем на встречу с людьми здесь. Взять интервью. Уже шевелится маленько. Еще попробую удар несколько раз. Шевелится. Скажет, делать нечего. Как нечего делать? Написано, расчищайте дорогу, убирайте камни. Это же не в городе делается, там нет камней. А здесь вот она выложена, как, чтобы весной можно было по логу проехать, подняться. Красный кирпич. Но тут вот такой оказался кирпич. Он большой очень. Тут он генеральной роли не играет. А ну-ка попробуй бить его. О. О-о-о! Камень тот в сторонку. Все, камень-то разлетелся другой. Так, а туда рядом он положи туда. Подальше, с дороги. Они очень острые, пускай вдавит их туда. Все, этот камень кончился. Все, нам не вытащить его. Брось этот на дороге, острый-то. И главное, шевелишь ты хорошо его. Вон внизу это тот убрать. Ну что, пошли, поехали. Поехали. Все, больше никак. Железка, внизу... какую-нибудь железку. А вот тут и оно. Тут не найдешь. Поехали, на. Я сейчас загляну в корзинку к себе. У меня бывает иногда. Ну не такой величины, конечно. Нет, а сегодня ничего нет. Поехали. Но мы ему башку-то сшибли уже. И когда будем сюда ехать где-то, можно заехать, монтировку взять и выковырнуть его. Все. Поехали.